шмотки. Сегодня очень долгожданное видео, потому что проверки лайфхаков на моем канале уже не было очень давно, примерно полгода, наверное. А это одна из ваших самых любимых рубрик. И на самом деле мне тоже очень нравится эта рубрика, потому что помимо дельных советов, которые я реально извлекаю из этого видео, так это еще и просто прикольно. То есть, типа, пробовать что-то проверять. Вы проверяете вместе со мной, поэтому я решила, что да, этой рубрике нужно жить и продолжать ее. Тоже нужно. Сегодня я для вас подготовила 3 лайфхака, которые мы будем проверять вместе с вами. Они снова девчачьи, конечно же. На самом деле, я очень рада вот этому освещению, которое сложилось сейчас именно на камере, потому что, если бы вы видели вот что я вижу вокруг, сейчас 7 вечера почти, и очень темно дома. Я не знаю, как эта камера справляется, она ловит просто идеально свет, и кажется, будто бы день, но очень темно. То есть я сейчас снимаю в потемках, я даже себя не вижу здесь. Могу только сказать, что вы смотрели это видео до конца, потому что в конце я отвечаю на один ваш вопрос из Инстаграма в виде видеосообщения, и можем начать. Вообще, все эти лайфхаки я нахожу на просторе... Ясно. Вообще, все эти лайфхаки я нахожу на просторах интернета. В Инстаграме, на сайтах, ВКонтакте, везде. Что-то вы мне сами присылаете мне в директе в Инстаграме, так что спасибо вам большое. Первый лайфхак будет круто, если он будет работать, потому что он связан с укладкой наших бровей. А я знаю то, что у многих девочек брови не очень-то послушные, то есть там волоски в разные стороны, куда хотят, туда глядят. И вместо геля привычного, который сейчас стоит минимум 500 рублей, по-моему, в масс-маркете, нам предлагают использовать мыло. Причем использовать мыло, а потом, короче, красить брови. То есть сначала уложить их, а потом красить поверх мыло. Я не знаю, что вообще это нам даст. Я понимаю, что мыло имеет такую восковую текстуру, и как бы, возможно, оно уложит брови, но получится ли у нас в итоге нормальный цвет, нормальный вид вообще, нормальная текстура бровей, я не знаю, поэтому давайте проверим. Итак, для этого дела я еще распаковала новую упаковку мыла, набрала мыло на кисточку для бровей и нанесла на брови. На самом деле какой-то восковый эффект присутствовал, то есть брови действительно уложились, но когда пришел этап нанесения теней, тут возникли небольшие проблемы, потому что тени не наносились ровно, не наносились, в принципе, нормально, они как-то скатывались. Поэтому немного сомнительный такой лайфхак, я бы, наверное, им не стала пользоваться. А вы? Второй лайфхак у нас связан с шишкой. Да, шишкой. Для волос. На волосах, точнее. Короче, шишку, которую мы делаем с вами вот здесь. Пучок. Вот как это называется. Пучок. В общем, я думаю, вы знаете, что есть такая прическа объемный пучок, который... Кажется, что просто, я не знаю, очень трудно сделать, потому что там как-то волосы чисто заплетаются, какой-то фонтан из волос вообще происходит, и как это вообще сделать? Продаются специальные какие-то заколки для этого, какие-то губки. Наш лайфхак из Инстаграма говорит о том, что с помощью обычного носка, который мы обрежем, мы можем получить вот такую специальную штуку, которую надеваем на наш хвост, и затем, короче... делаем вот такую вот шишечку объемную. Я не знаю, насколько это вообще работает, насколько это ок, насколько у меня получится. В принципе, мне кажется, руки у меня не особо криворукие. Посмотрим. Если этот лайфхак будет рабочим, то он будет офигительным лайфхаком. Лайфхаком. Боже мой, что, тяжело, что ли? Если этот лайфхак будет работать, то это будет офигительно, потому что эта прическа, она просто божественная. Она очень красиво, женственно, аккуратно всегда смотрится. И если ее вот так вот легко, реально, сможно... Что с моим языком сегодня? Итак, не будем обращать внимание на мои проблемки с речью. И я расчесываю волосы и делаю высокий хвост. Такой большой резинкой, чтобы она тоже придавала объем. А затем я беру мой носок, который полинял, поэтому мне его не особо жалко. И, собственно, обрезаю нужную часть. Затем надеваю на хвост и понимаю, что этого как-то маловато. Поэтому взяла второй такой же носок, который тоже полинял, сделала с ним то же самое. И вот тоже надела. В принципе, дело осталось за малым, распределить волосы и надеть сверху резинку. Но вот такая небольшая проблема, куда девать остальные волосы, которые просто висят, и как бы они немного лишние. И вот что я придумала. Я решила заплести 2 косички из оставшихся волос и сделать что-то непонятное, похожее на веночек. Мне кажется, такая прическа немного смахивает на прическу Пелагеи. В принципе, шишка у нас получилась, но, наверное, она подойдет для более коротких волос, потому что мои длинные волосы было некуда деть.
Третий лайфхак связан тоже с волосами, а именно с тем, как можно получить такие типа небрежные локоны за пару секунд. И вообще вот этот способ, я его не видела нигде. Он какой-то странный немного, но в то же время логичный. В общем, все, что нам требуется, это просто изогнуть наш локон, нашу прядь, вот в форме дуги, и просто щипцами вот так защемить. Хорошо и прогреть. Возможно, это работает, но мне кажется, это как-то сложно, странно и долго почему-то кажется. Итак, знаете, мои сомнения оправдались, потому что я очень долго пыталась закрутить прядь так, чтобы утюжком нагреть ее. У меня все время вылетала одна из этих дуг, ну, в общем, как-то в итоге получилось. И что мы имеем? Ну, я бы не сказала, что это тот самый результат, из-за которого нужно тратить столько усилий и времени, тем более, что реально лайфхак должен облегчать жизнь, но тут не знаю. Сейчас я вам покажу мой способ завивки пряди, локона, и мне кажется, что он намного быстрее, проще и, в принципе, красивее. А вы как думаете? Ну вот и все, мои красотки. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось, что вам было интересно вместе со мной наблюдать за лайфхаками, за их действием. И если вам нравится эта рубрика, то, конечно же, можете ставить пальчики вверх, я буду это понимать и делать больше таких видосов. И не пропускать, короче, полгода. Ну а сейчас видео-вопрос из Инстаграма. Так мило. Если кто не понял, привет, Саша, ты хотела бы сняться в каком-нибудь ужастике? Нет. Наверное, нет. Не знаю. Необычный вопрос, мне никто его не задал. Вообще, вы задаете каждый раз очень необычные вопросы, такие из разных отраслей, и это очень прикольно. Мне это нравится, потому что я такая сразу, типа, мозги направила в какое-то другое русло, в котором никогда не была. Нет. Спасибо тебе за вопрос, но если именно ты хочешь, чтобы в следующем видео я показала тебя и ответила на твой вопрос вот так вот в прямом эфире, то обязательно заходи в мой инстаграм, вот здесь он будет, и присылай мне в директе видео-сообщение. Я постараюсь ответить на него в ближайших видео. Ну а я с вами буду прощаться. Спасибо большое, что посмотрели это видео, что уделили время. Одевайтесь теплее, пейте горячий чаек, не заболевайте, не простужайтесь. Осень, она такая коварная, поэтому... Я вас очень сильно люблю, улыбайтесь чаще.